В Роскосмосе начали проектировать новую сверхтяжелую ракету. Ну, мы говорили, вот фантастические всякие проекты по поводу этой скатерти-самобранки, ковра-самолета. Вот это из вариантов ковра-самолета. Причем, если бы они сказали, вот мы выкатываем сверхтяжелую ракету, а здесь там энергия, буран, в общем, все нормально. Ну, они слова помнят там, старые такие, энергия, буран, давайте спроектируем. Этакая спроектируем. Эгегей. Ну давайте проектируйте. И собираются лететь на Луну. То есть вот прям как не знаю, как на Луне. То да. есть они думают, что мы их на Луне не достанем, что ли? Ну не знаю. Чем, я думаю, что они не планируют никаких ракет делать. Понятно. Ты же понимаешь, проектировать можно бесконечно долго. Ну спросят, чем вы занимаетесь? Проектируем ракеты. У меня знакомая одна была, у которой папа все время сидел в гаражах с мужиками, и когда мама его спрашивала, и дочка спрашивала, ты что там делаешь? Он говорил, ракету делаю. И, знаешь, причем он там реально что-то делал, и лет 15 он это делал, и все соседи очень сильно уважали, потому что мужик ракету делает, не просто там бухает в гараже. Так что вот так. Но эти тоже ракету делают.